Дорогой дядя, привет тебе из Гданьска, с Балтийского моря. Вот, поздравляю тебя с именинами Петра и Павла и вообще всех людей, которые причастны к этому отличному дню. Поздравляю с Петром и Павлом. Храни вас Бог, любви, счастья, здоровья, очень важно, и всего хорошего, прекрасного творчества и вообще с Богом по жизни. В общем, чтобы дни были наполнены радостью. В общем, все. Такое вот поздравление. В общем, счастливо. Храни Бог.